Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и я решил сегодня еще разочек сыграть в игру Хаос, боевая лига. Ну что же, давайте посмотрим. Ага, у меня здесь что-то есть, давайте глянем. Так, это я получил деньги. О, карточку Гаргулья. И сюрикены. Ну что же, давайте еще один откроем. Опять деньги. Ага, троечка пиратов и бандит. Ну что, давайте тогда, я не знаю, улучшим, наверное. У меня здесь можно улучшать сюрикены, бандита и пиратов. Да, конечно, мы сделаем апгрейд. Так, замечательно. И сколько-то... 138 плюс 12, 150 урона. Давайте этих пиратиков. И сегодня я уже буду, ребята, играть против реальных игроков на лиге. Я вам сразу скажу, опыта у меня в этой игре вообще никакого нету. Нулевой, так скажем. Так же, как и в Clash Royale и во все подобные игры. Ну, хочу просто посмотреть, что она все-таки себя представляет в боевом виде. Так, бандит у нас прапался. Вроде бы как все, да? Менять, наверное, мы никого не будем или будем? Вау, тут у нас, смотрите, какие-то... А, это я могу купить карты. Идите вы в баню с такими ценами. Да, одну могу взять. А их 50. Нет. Что-то больше мне неохота тратить золото. Но, тем не менее, я могу его улучшить. Да ведь могу? Да. Давайте улучшим, посмотрим. Ну, в принципе, урон у него неплохой. Но брать его все равно не буду с собой. Пока я и этими хочу. А нет, знаете что, давайте пришельцев поменяем на, вот, наверное, на мумию. Или на пиратов лучше. Нет, давайте, наверное, все-таки... Блин, я уже забыл, как менять-то их надо, а? Так, это карты у нас, это все не то. Так, это у нас в битву вступать. Это кланы, или даже игроки, у которых там обалденный рейд. Так, вот мумия. Да как поменять-то? Ядрить тебя на корень-то. Так, юзы использовать. Ага, вот так вот. Давайте, наверное, кликаем. Пришельцы. Я, правда, не знаю, что эта мумия делает. Но, в общем, сейчас мы с вами это увидим все. Хаос Батл Лига. Отлично. Опять у нас Тартуга. Я так понимаю, все бои у нас будут... На Тартуге. И против меня реальный игрок Антонио. Тоже без гильдии. Так, давайте. Я не знаю, может, пиратку попробуем. Что она тут из себя покажет. И вот этого амбала. Циклопа. Да. Пиратку мою расфигарили. Ну-ка, на-ка, выкуси сюрикенов. Как они быстро, а? Пиратка и этот... Шаман, хотел сказать шаман, этот самурай. Раздеребанивают. Ёлки-палки, походу дела у него там уровень-то нехилый. Смотрите, что творят. Что творит этот Антонио, блин, Бандерас. Так, вызвал на меня своего циклопа. Плюс Минотавра. Ой-ой-ой-ой-ой. Это и есть мумии, это что там за щеглы? Да. Ух ты, ну-ка, пиратики, устройте-ка им тут жару. Ну давай, давай, ё-моё, блин, он уничтожил мою вышку. Подлец этакий. Давай, взрывчатник, пошел, бандит, беги там со всех ног. На-ка. Да. Да-да-да-да-да. Туплю я по-черному. Да хорош уже уничтожать тут мои постройки, циклоп. Блин, да что такое, мумии какие-то вообще. Опа-на, это он там что сейчас сделал? Я так пол чувачка на шаре отправил на меня, да? Ну, давай-давай-давай, вышка осталась там чуть-чуть. Давай-давай, еще ударчик и все, ей хана. Отлично, пока идем на рамы. Так, самурай, пираты. Нет, по-моему, он, блин, по уровню намного меня сильнее, да? А, ну правильно, у него, ребят, смотрите, 126 кубков. То есть он уже тут играл и, видимо, уже прокачался, причем довольно неплохо. О,
Ты смотри, что делает, а? Выставляет на моей зоне уже, бля. Нет, 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 пожалей вышку, пожалей башню эту. Да хорош тебе, ё-моё, что ты творишь, а? В самом деле, циклоп, блин, минотавр, давай. Устрой там им взбучку, блин. Ё-моё, 36 секунд осталось, ребята, 36 секунд. Моя пиратка уже бомбит его базу. Так, еще одну пираточку, посмотрим, что из этого. Что из этого, блин, выйдет? Да ничего хорошего. Не, ну так нечестно, если честно. Ну что он творит, а? Да, эти мумии, это просто сброд говна, извините меня. Да. Ничего себе он тут наплодил. Да и... И база-то моя еле стреляет, а? Да. Он выиграл, у него преимущество, ребята. У него вышка одна все-таки осталась. А у меня только базенка. Проиграл, ничего не скажешь. Да, ребята, тут по ходу дела в этой игре просто так нахрапом не пройдешь. Тут действительно надо думать и соображать, кого выставлять, кем прикрываться и какую колоду себе собирать. А не то, что я тут наобум всякой ерунды набрал себе и что-то тут пытаюсь. Ну ладно, попытка номер два. Good luck, он мне желает удачи, гад, а? Ты посмотри, блин. И он еще издевается надо мной. Почему ты так далеко своего циклопа бросил? Мне это интересно знать. Он стопудово что-то хочет из меня выманить. Не зря еще и минотавра вызвал. Ну давай, 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 давай. Мы сейчас тоже циклопа. А циклоп-то, по-моему, не атакует. Да, 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 он идет чисто к башне. Ёлки-палки, давай, блин, пиратка. Да ну как так нафиг, а? Ну, ёлки ты палки. Не, так дело не пойдет, ребят. Ну это вообще неслыханно. Ну, пираты, делайте хоть что-нибудь. Сейчас... Ну... Ой, дурость, где-то была, блин. Давай, самурай, зомбарей этих придется выпускать. Да как он так быстро всех расклепал-то, а? Ну не должно же быть такого, может он читер, а? А почему бы и нет? Так, у меня 59 жизней у моей башни это осталось. Давай, бандит на бандит, ну естественно его расстреливает пушка, блин. Так, а ну-ка попробуем минотавра. Прокатит, нет? Тык-тык-тык, и он вызывает какие-то... А, гаргули и пиратку. А я еще амбала. Вы посмотрите, как он гад делает, а? Да у него походу, да понятное дело, что... А нет, смотрите, ребята, у него... У нас же тут все по уровням, да? У него, значит, минотавр первого уровня. Взрывчатник второго. Лукарь первого. Ну, у него, по крайней мере, есть лукарь и... Еще какие-то там карты, которых у меня нету. Ёлки ты палки, 60 секунд, минута осталась, у меня только лишь база, а у него все еще по-прежнему целенькое. Вообще даже не тронутое. Вот теперь тронутое. Ну и как вот, и как я тут должен это все проходить? А, ребята? Черт бы побрал, блин. Так, циклоп идет, ё-моё, на мою базу. О, тут динамит вызвал, гаргулий, лучник. Все, у моей базенки просто нет шансов. Блин, как долго все-таки идет откат этих моих монстров. Ты смотри, что делает паршивец. Все, ребята, блин, это же надо так, а? Второе мое поражение к ряду. Не ожидал, не ожидал, если честно. Но на самом деле, или у него карты офигенно прокачанные, или он просто знаток своего дела и знает, как что сделать. Блин, давайте поменяем, знаете что? Мумий я не хочу. И, может быть, вот на этих двух пиратов, я не знаю. Больше ничего нету. Гаргули я почему-то не хочу вызывать. Точнее, менять на гаргули. Давайте вот этих двух пиратиков поменяем на мумию. Потому что мумия, как вы видели, вообще ничтожество. И поставим вот эту пушку. Так, и вот так, наверное, сделаем.
Хотя, зачем он мне нужен, а? Может быть, вместо этих трех пиратов? Вот так вот. Ну что, теперь пойдемте попробуем такой формацией победить хоть кого-нибудь. Что такое? Ай, елки-палки, это же я нажал против бота, тренировку вроде бы, да? Если я не ошибаюсь. Сейчас по никнейму увидим. Да, это лаборатория номер 28. Хотя у него тоже рейд 117. Так, пошел самурай. Но далеко он, я смотрю, не ушел. Чё творит, блин? О, пиратики мои с пушечками побежали. Но, как видите, они ватные. Ничего не могут сделать. А Минотавр? Это что такое? Таково он призвал. Призвал, точнее. Франкенштейн какой-то. Вот, напоминает мне Франки почему-то. Ёлки, бьет электричеством. Лучник тут еще на подходе. Да, да, да. Еще бабка тут с двумя этими сковородками на меня идет. Да ну нафиг, ребят. Ну это какой-то нереал, это жесть. Ты посмотрите. Ну ладно, пришельцев замочили. Этот мумия вызывает еще маленьких мумий. Еще и магии при этом бомбит там. А ну-ка сдохни. Давайте-ка вот так вот пойдем. У меня просто такое впечатление, что мои попытки здесь тщетны. И как все-таки долго идет откат вот этих вот. Не откат, точнее, а энергия копится долго. У меня нету никого, кто бы мог стрелять. Хотя нет, у меня есть эти пираты. Ну, почему-то они появляются, фиг поймешь как, когда им захочется. А ну-ка, ребятушки, расстрелять эту бабку. Так, бомбим, 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 молодцы. Кстати, у него базенка тоже там наладом дышит, а? Ну-ка, давайте-ка ее добьем. Ху-ху, полетел, полетел, отлично. Одна звезда моя. Так, этих мелких циклопов, не циклопов, а кто они, я вообще не знаю. Но мы их, короче, убили. Так, по идее, мне бы здесь... А кого? Циклопа? Циклоп, он чисто идет к башне и начинает ее бить. Не обращая причем ни на кого внимания. Так, давай-давай-давай, пиратишки. Ну-ка, сюрикены. Сюрикены практически ничего не отнимают, блин. Да, дамаг... Ого! Так, он сравнял счет. 28 секунд. Ничего себе, он там наплодил армейку. А мне-то, мне-то, дайте хоть что-нибудь-то выставить. Ну, давай ты взрывай там. А, ты уже давно сдох. Так, эти мумии ёбаные, так. Но пока, ребята, мы идем с ним на равных. Ну, не считая того, что у него армия здесь на моей территории шарится, а я все никак не могу на его зайти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Время, 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 минута. Минута нам дали. Дополнительного времени причем. И они, естественно, бьют мою базу, блин. Здорово просто, да? Мне вот интересно знать, а из вас кто-нибудь играет в эту игру вообще? Может быть, знает какие-нибудь штучки-дрючки, какие-нибудь плюшки, я не знаю. Может, какая-то тактика есть определенная, блин. Может, кто-то сильнее против каких-то определенных монстров. Например, вот смотрите, Франкенштейна, ну нифига ему не делать. Его бьет пиратка, самурай, и ему хоть бы что. Бандит так вообще какой-то никчемный тут. Он взрывает только легкие юниты, вот типа вот мумий. Там, да, он очень эффективен. Ну, в общем, мне такое ощущение, что здесь мы опять проиграли с вами. Ну, давай, время пошло. Отсчет идет, ребята. Нужно как-то продержаться. Интересно, что будет? У нас на равных, не надо мне ля-ля. Матч овер. Контини. Ничья получается, да? Никто ничего не заработал. Ладушки. Ну что у нас поменять? Я даже не знаю. По-моему, нечего тут менять. Все оставляем, как оно и есть. Давайте, наверное... А тут что? А, профиль мой. Здесь ПВП бета написано.
И это все еще будет в мае. Причем в мае обновление было, значит, игра развивается, не стоит на месте. Раз у них обновление последнее, майское было. Мне еще, ребята, кажется, что в таких играх очень рулит сильно донат. Кто, как говорится, вложил денег и получил эпические карты, тот и рулит. Ну, а я не такой, я не люблю вкладывать деньги. Я люблю проходить все честно. Так, и кто против меня? Ага, опять лаборатория, блин. Если, ребята, я правильно понял, то лаборатория это просто, как сказать, компьютер играет за него. Или я ошибаюсь? Если кто знает, то напишите, пожалуйста. Потому что, ну вы посмотрите, ну вот, чё она вытворяет? Этот еще кита тут своего бросает, а? Лаборатория номер 471, без гильдии. Не пойму, игрок это... О, неужели Минотавр подбил базу? Да этого быть не может, просто-напросто, а? Самурай, давай. Да... Ну как так, самурая сносят просто на удар, блин, на удар. Нет, не бывайте этому. Так, вызывает самурая он. Так, давайте бандита, пускай он его взорвет. Черта с два там он его взорвал, он его просто с удара снес. И в этот момент он посылает своего, а не тут-то было. Пиратка, уходи, сейчас взорвешься. Да ё-моё. Так, ну что, вроде бы пока держимся. Так, давайте расстреливайте ее, ребята. А, она не может сюда пройти. Че, как это она там пошла по воде, блин, у меня, а? Даже не по мостику. Так, самурай, давай, иди. Блин, надо еще, ребята, забомбить одну вышечку. И, можно сказать, победа у нас в руках. Ну, разве он даст этот компьютер так все легко и просто сделать? Нет, конечно же. Ну, давай, циклоп, на тебя вся надежда. Лишь бы никто не вышел. Блин, он вызывает Минотавра. И Минотавр, блин, по силе почему-то превосходит моего циклопа. Просто его разносит в хлам. Бандит, пиратка. Так, вроде нормуль. Отличненько. Опа-на. Ну, давай, ребят, ну хоть одну победку сегодня я должен получить. Ну, в самом-то деле, ну это позорище просто будет. Так, 60 секунд осталось прождать. Не дадим ему уничтожить, блин, мою вышку. Так, шикарно. Так, у меня есть сюрикены, но надо мне, наверное, на циклопа. Ага, все, пошел. Блин, он все-таки уничтожил мне одну вышку. Так, если у меня сейчас циклоп уничтожает его вышку, у нас преимущество, причем довольно неплохое. О, есть! Ну, а теперь давайте выставлять уже на его территории вражин. Так. Блин, бабка сильнее этого Минотавра, да что за хрень, блин? Так, давай ее взорви. Так, бандос, молодчик, блин. Давай сюрикены сюда, на. Ты смотри, что вытворяет, а? Так, ребят, 12 секунд, 12, 10. Я должен выиграть хоть один бой. А я обязан просто. Не может быть, чтобы я проиграл. Да что такое, на моей территории высаживается, а? Есть! Я победил же? Ну ведь победил, скажу, что я победил. Да, я победитель. Победитель, ядрить его на корень. Вот так вот, ребятушки. А вы думали? Блин, ну все равно, если честно, блин, сложная какая-то игра. Или я просто что-то неправильно делаю. Наверное, эти ребята, которые там играют, уже хо-хо-хо. У них, как говорится, ус намотан. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы с вами увидимся в следующих выпусках. А на этом все. Всем пока и до скорых видосиков, ребята. Can't stop bouncing.